Привет, рад тебя видеть на своем канале. Как твои дела? Рассказывай. Не можешь уснуть? У тебя есть какие-то вопросы ко мне, да? Ну, можешь, в принципе, задать. У меня нормально дела. Только вот жарко, да, тяжело снимать АСМР. Тяжело снимать. Я сейчас достану ее содержимое. И хочу сказать, что не надо нервничать. Давайте достанем и попробуем, посмотрим, что же там может быть такое. Да, действительно, ребята. Я аккуратненько достаю это все. Вот там такая слизь, можете посмотреть. Да, вот она, вот видно вам, да, вот она слизь. Вот это, да. Я ее сейчас достану. Давайте я достану ее. А, кстати, очень вкусно. Знаете, что напоминает? Я вам скажу. Напоминает, как бы, знаете, ну, шампунь какой-то, да. Ну, вкусно, вкусно, да. Как бы, это очень вкусно, реально. Я не знаю, все ли я достану. Попробуем все достать. Блин, ну, было нормально, все достал. Все, она пустая, ребят. Она у меня потекла. Кстати, приятное, приятное. А вы, наверное, спрашиваете у меня, что это такое, да? Я расскажу. Это пластичная масса. Это для детей такая штука, чтобы нервы у них это... Ну, вы поняли, чтобы целые были. Такая залипательная штука, реально. Очень клёвая, мне нравится. Смотрите, как она тянется. Она просто реально тянется, ну прям вообще, прям классно. Вот оторвал кусочек такой приятненький, посмотрите. Видно, не видно, вот я не знаю. Ну ладно, но у меня камера плохая, извиняюсь. Да. Камера плохая. Извините. Качество никак не сделать. Качество никак не сделать. Я не знаю, вам слышны звуки вот этой жидкости? Вам слышно? Как же она приятно рвется. Ой, что-то отлетело. Что-то отлетело. Как же это прикольно. Это завораживает. То есть вот такие звуки можно, ну, хорошенько не спать. Ваши нервы, да. Ваши нервы будут целы. Ее на микрофон отцеплю, ребята. Сейчас попробуем. Давайте попробуем. Давайте на микрофон положим. Интересно, какие же звуки издает. Потекла. Ой-ой-ой, потекла. Потекла. Аккуратненько снимаем. Снимаем вот так вот, да, как раз весь мусор у нас ушел, да, хорошенько, да. Кстати, ребят, сейчас я включу. Ребят, как слышно? Нормально, да? Есть какие-то звуки новые, интересные, которые вы никогда не видели, не ощущали. Такие приятные звуки, очень приятные, завораживающие. Такой приятный оранжевый штук.
АСМР. Приятный такой, да. С хорошими ощущениями. Мне тоже нравится. Кстати, превьюшку сделаю прикольную, ребят. Превьюшку попробую классную сделаю. Только я не знаю, получится ли она, нет. Как бы ее сделать, интересно. Ой, у меня все руки уже мокрые в этой штуке. Она очень приятная. Давайте просто ее послушаем. Просто. Извините, но, по-моему, я ошибся. Я не поменял фон, это моя ошибка. И сейчас произойдет волшебство. Я изменю фон на более лучший, чем вот этот щелчок произойдет. И фон изменится. А у нас поменялся фон на более лучший. Хотел убрать фон, но теперь у нас уже другой. Залипательный так, да. Ребят, пока что я делаю АСМР. Расскажите, пожалуйста, каких АСМР-блогеров вам нравится смотреть. Можете прям написать. Расскажите мне, пожалуйста, как лучше снимать видео, когда видео по 20-30 минут, по часу, или когда короткие видео, а то я не знаю. Просто в такую жару длинную не снимешь видео. Это очень тяжело, очень долго все это делается. Вот. Поэтому получается вот так вот, коротенькие видосики. Как-нибудь я стрим проведу на Ютубе, на Твиче, на ТикТоке, кстати, тоже надо будет постримить, попробовать. Вот. Ну, что-то на ТикТоке у меня, кстати, что-то плохо все идет, я не знаю. Ну, такое, типа, медленно все. Я уж думаю, второй аккаунт, что ли, сделать, попробовать. Может быть, что-то другое снять. Там, какие-нибудь приколюшки. Не знаю. Так, что куда? Мурашки. Ой, что такое? Знаете, как меня слышно хорошо? Меня хорошо слышно. Скажите, пожалуйста. Хорошо меня слышно, да? Можете не говорить, это все привычка. Это все привычка от стримов. Я раньше стримил. Это все привычка. Я же видео снимаю и не стримлю, да, что я делаю-то. А так, по сути, я думаю, вы уснете.
залипательная штука такая прям. Я прям залип на нее. Она так вкусно пахнет прям вот. Я не знаю, чем она так приятная такая вообще, не знаю. Интересно, да, интересно. Какую же мне превьюшку сделать? Получится, ребята. Офигенная превьюшка. Превьюшка будет топочка. Блин, что-то у меня все падает. Падает, падает, блин. Засыпай, мой хорошенький, моя хорошая. Я не знаю, как еще к тебе обратиться. Засыпай, засыпай, все будет хорошо. Депрессия пройдет, нервы, все успокоится. Все будет прекрасно, да. Все будет хорошо. Так, 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 так. Все будет прекрасно. Да, будет все классно. Падает у меня. Блин, все падает у меня что-то. Что-то падает, ребята, извините, пожалуйста, что-то падает. Ладно, я буду заканчивать, наверное. Давайте это. Я покручу еще шар немножко. Вот такой у нас получился интересный такой рисунок. Да, прикольный. Приятный такой, прикольный. Да, я, кстати, покупал его в фикс-прайсе. 100 рублей стоит. 100 рублей. Но будут еще деньги, еще что-нибудь куплю. Прикольное. Давайте его в коробочку уберем обратно. Давайте уберем. Тяжело убрать его, конечно. Вот она должна убрать ее как-то. Все, наконец-то я ее убрал. Все. Вы не подумайте, ребят. Наконец-то я убрал. Вот такая у нас была прикольная штука. Как она хорошо улыбается. Видите? Такая штучка приятная. Ладно. Ладно, ребята. Я думаю, видео надо заканчивать. Сейчас я пойду отдыхать. И вам приятного отдыха, сладких снов. Всех вас обнял. Спасибо, что смотрите.